Канат Кульбаев вырос в небольшом селе Южного Казахстана, расположенного вблизи ЖД-станции. Родственники и односельчане все были железнодорожниками. Поэтому, как шутит герой сюжета, другого выбора профессии у него не было. Но начальник железнодорожного цеха предложил своему молодому и перспективному работнику устроиться на Карагандинский металлургический комбинат. Так, в 1994 году Канат Тимиртаевич связал свою судьбу с казахстанской магниткой. Сначала мужчина устроился в транспортный цех вагонником Коксахимстанции. Затем немного поработал нагревальщиком металла в сортопрокатном цехе. Оттуда перевелся в коксовый цех на должность дверевого. В 1995 году дальнейшую трудовую судьбу Каната Тимиртаевича определил начальник смены Евгений Николаевич Сметанин. Просто я молодой, вот недавно пришел, подхожу в начальник смены Евгений Николаевич. Вот хотите, я вам устройство вагона, все как положено расскажу. Насчет тормоза, насчет ходовки, вот эти электровозы, ходовки, все. Он меня смотрел и говорит: «Канат, все, с завтрашнего дня ты машинистом будешь работать». Да я думал, шутил. Нет, следующий день прибегает вот сюда, я здесь дверевым работаю. У него на руках бумага, ручка. «А, пиши заявление». Он диктовал, я писал. «Ну, прошу перевести на должность 6-го разряда машинистом». И до сих пор я здесь машинистом работаю. Уже 25 лет Канат Кульбаев трудится машинистом двересъемной машины и полностью владеет профессией машиниста коксовыталкивателя. Оба агрегата нужны для того, чтобы извлечь готовый кокс из печи. Работают машины синхронно, по обе стороны одной батареи. В цехе практически все молодые машинисты прошли через обучающую школу Каната Тимиртаевича. Мы молодые тогда говорили про это Тимиртаевича, что он учит комбинат. Он обучал здесь больше половины нашей бригады молодых. Благодаря этому человеку мы стали вот такими вот специалистами. Сын Каната Кульбаева, Султан Тимиртаев, по примеру отца, устроился в коксовый цех АО «АрселорМиттал Тимиртау». Тоже трудится машинистом. Любовь к технике – это семейная, причем с детства. Я люблю ремонтировать, например, сантехника, электричество. Вообще в свободное время дочку учу, как готовить плов. Еще она самостоятельно еще не готовит, я просто показываю, обучаю, время придет, потом она сама самостоятельно будет готовить. Курдак, например, казахский курдак настоящий, как должен быть. Дочь Аим учится в 7 классе и радует родителей хорошими оценками. А недавно мужчина и сам порадовал семью трудовыми успехами. В честь 60-летнего юбилея Коксахимпроизводства Канат Тимиртаевич был удостоен нагрудного знака Енбек Данкы 3-й степени. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев, новости Тимиртау.